Идея и дух пересекают границы. Россия должна стать катализатором для всей мировой изменения, всей мировой парадигмы, для мировой революции. Так и есть. В этом миссия русских, русской культуры, русского народа и тех народов, которые соприкасаются с русскими и с их смыслами. Русский – самый великий, самый революционный народ на Земле. Я в это верю.